Андрей Маркович, добрый день. Мы сегодня поговорим... Да, здравствуйте. Мы сегодня поговорим на тему «Карантин. Время для общения». Думаем, что участники еще во время нашей конференции будут подключаться. И такой первый вопрос к вам. Сейчас мы все находимся в равных условиях из-за карантина, сидим на изоляции, переходим, например, в онлайн-общение, общаемся и по работе. А какие вы можете дать рекомендации, чтобы людям было комфортно вести самим беседу, и беседа приносила взаимное удовольствие и пользу для всех? Знаете, мне кажется, что в такой ситуации давать людям рекомендации достаточно нелепое занятие, потому что, ну, во-первых, вы сказали, что мы находимся в равных условиях, ну, так формально вы правы абсолютно, потому что меня поразило, что, например, я и Ди Каприо, скажем, я не знаю, какой-нибудь другой великий, наш Маковецкий и Чулпан Хаматова делают все то же самое, что я, вот мы все делаем одно и то же. Это поразительно, такого в мире никогда не было. Но это внешняя вещь. А по сути, мы все занимаемся разными делами. И по сути, наша жизнь... Это так же, как когда карантин снимут, мы все будем ходить на работу, потом вечером встречаться с семьей, ночью заниматься сексом, утром просыпаться. Внешне все одно и то же. На самом деле все разное. Поэтому люди сейчас заняты абсолютно разными делами. И их можно поделить на две группы. Одни люди страдают, а другие люди радуются. И в этих страданиях у части людей есть причина, потому что заболевают близкие люди, заболевают они сами, умирают люди. Вот Саша Радов умер вчера. Это, конечно, все такое ощущение войны есть. Но часть людей страдает просто потому, что надо страдать. Потому что вроде как мы находимся в такой ситуации, когда страдать надо. Мне кажется, что самое главное понять, что любое время дается... Я это говорил уже много раз, что любое время дается Богом для чего-то. И что мы существуем так или иначе, потому что вот Бог так хочет. Что мы существуем. Вот сегодня нам надо жить так. Вот в той ситуации, в которой мы живем, нужно стараться ее максимально использовать для того, чтобы получать от жизни максимальное удовольствие, насколько это возможно в тех условиях, которые есть. А если обратиться вот к тем людям, которые страдают, также говорят, что на линии психологической помощи звонки возросли многократно, и кому-то не хватает общения, у кого-то это общение переходит в агрессию. И вот как людям научиться сдерживать агрессию именно в общении? Знаете, нужно, во-первых, очень осторожно относиться к людям, которые называют себя психологами, потому что, на мой взгляд, вот эта ситуация, она показала, что у нас есть замечательные психологи и есть ужасные психологи, и я могу дать такой совет людям, что как только с вами человек начинает говорить терминами, плохие психологи, я правда, говорят терминами. Они говорят, ну, понятно, это вот, вот сразу говорить ему до свидания. Потому что психолог – это человек, который должен разговаривать с вами по-человечески. Это первый главный закон существования любого психолога. Как только начинаются, ну, понятно, вы интроверт, ну, понятно, вы все. Вот это все, это не человеческий разговор. Вот. Что касается того, каким образом себя можно там успокаивать и все. Понимаете, самый главный вопрос, собственно говоря, это хотите вы заниматься своей психикой или нет? Вот это самое главное. Подавляющее большинство, потому что если вы занимаетесь своей психикой, то есть если вы стараетесь все, что вы делаете, делать осознанно, понимая, зачем вы это делаете, и, соответственно, не делать того смысла, в чем нет, это одна история. Если вы не занимаетесь своей психикой, то научить человека чему бы то ни было, когда он не занимается своей психикой, практически невозможно. Ко мне, когда обращаются люди, это происходит, естественно, вот в это время, ко мне обращаются люди, я с удовольствием со всеми разговариваю, кому могу помочь, я помогаю. Я понимаю, что самая главная проблема человека, что он занимается физикой, а не психикой. Он занимается тем, чтобы физически там, он ходит, он делает, а такую зарядку для психики он не делает. Он не задает себе, он не разговаривает сам с собой вслух, что является обязательной вещью для того, чтобы наладить свои отношения с психикой. Говорить сами собой именно вслух, не думать про что-то, а говорить самим собой вслух. Если хотите, можем по этому поводу поговорить или не говорить. Он не думает о том, как реагировать на те или иные события. Он позволяет делать так, что эмоции преобладают над всем остальным. Он почему-то есть вот такой Роман Сапольский, замечательный есть такой психолог американский. У него есть книжка «Почему у зебр не бывает язв?» Да. Почему зебр не болеет язвенной болезнью? Она вышла, по-моему, в вашем «Удачи в Питере», если не ошибаюсь. Да, только она называется «Почему у зебр не бывает инфаркта?» Вот, да, не бывает инфаркта, да. Почему?
Потому что зебра переживает стресс, когда он есть. Вот когда она убегает от льва, то она испытывает стресс. Но если она... Дальше два варианта. Или она погибла, или она перестала об этом думать. Человек – такое уникальное существо в природе, которое переживает и по поводу тех событий, которые были, и по поводу тех событий, которые будут, но еще не наступили. Я вчера должен был поехать внезапно к зубному врачу. И у меня началась ситуация такого стресса. Я сначала переживал, что я не смогу получить пропуск. Получил я его за 5 минут. Угу. Потом я переживал, что я буду ехать, меня остановят полицейские, пропуск оформлен неправильно. Меня никто не остановил. Потом я думал, как же я приду в вот этот такой большой медицинский центр, как же будет там. Там было прекрасно, там не измерили температуру, там все было очень хорошо. Потом я, значит, был у своего любимого врача, она мне все сделала, что было надо. Я поехал обратно, вот сейчас меня точно поймают, никто меня не остановил. Я приехал дико уставшим домой. Почему я устал? Ну, я, по сути, ехал на машине 20 минут туда, 20 минут обратно. Uh-huh. По пустой дороге, потому что я переживал те события, которых не было, а я их переживал, как будто они были. И вот от этого рождается стресс. Огромное количество людей боится. Что такое «я боюсь заболеть»? Это значит, я лежу и представляю, как я заболел, как меня отвезли в больницу, как там не было мест, как я оказался, и так далее. Это все достаточно... Нельзя сказать, что такие страхи беспочвенные. Они как бы под ними есть, есть основа, но работать со своей психикой – это и значит стараться не переживать по поводу того, чего нет. Угу. Потому что если любой человек... спросит, начнет работать своей психикой, начнет себя спрашивать, по поводу чего я переживаю, то он обнаружит, что большая часть того, по поводу чего он переживает по поводу того, чего нет. Чего нет. Но и многие люди у нас думают, что если обращаться за психологической помощью, то надо идти к психологу. А возникает такой вопрос. Вот в данный момент и вообще в жизни каждый из нас может стать каким-то психологическим помощником друг для друга? Или нужны все-таки какие-то специальные навыки, качества каждый человека? Человек психологический консультант другому человеку. Каждый человек. Не то, что может, так и есть. Угу. Когда у вас происходит какая-то проблема в жизни, если она происходит там, если это вы не сходите с ума, если это не болезнь, то мы все, вот как, грубо говоря, не от вас, а от другой несчастной девушки ушел любимый человек. Угу. Куда она идет? Она что, к психологу идет? Нет, конечно. Она идет к подруге, она идет, если хорошее отношение, к родителям. Каждый из нас работает психологическим консультантом. Именно поэтому я придумал психофилософию, психофилософом можно стать каждым. Для такой психологической помощи вот другу, например, обязателен ли опыт человека, или он играет вторичную роль? Вы знаете, опыт играет первичную отрицательную роль. Угу. Я придумал психофилософию для того, чтобы была какая-то система, которая помогает людям помогать людям. Угу. Потому что все, если нету такой системы, по которой люди помогают людям, то мы помогаем другим людям, только основываясь на собственном опыте. А это категорически неправильно. Угу. Потому что опыт каждого человека принадлежит только именно этому человеку, и больше никому не принадлежит. И он может, соответственно, помочь только одному человеку, вот самому человеку. И то наш опыт не годится даже для детей. Когда мы говорим ребенку «я в твоем возрасте», это ужасно. Угу. Вот, поэтому я считаю, что... то есть я... когда я пишу там книжку «Психофилософия», сейчас вот я пишу такую книжку, я абсолютно убежден, что психофилософ не имеет права на словосочетание, например, «я». Угу. Поэтому опыт собственный играет отрицательную роль в том смысле, что ты хочешь законы собственной жизни как бы повесить на другого человека. Это недопустимо. А вот в своей книге также вот в психофилософии и в общении ради общения вы говорите о том, чтобы понять другого человека, необходимо снять маску. Но не всем понятно, как это сделать. Вот можно немножечко объяснить, для чего это делать и как? Надо включиться в другого человека. Вот давайте мы возьмем пример нашего с вами общения. Да. Можем? Ничего не обидно? Да, не обидно. Нет, конечно, конечно. Вот вы же сейчас со мной общаетесь, как некоторый автомат. Вот у вас есть некоторые вопросы, вы мне их задаете. Это нормально, потому что, ну, почему даже со мной общаться по-другому? Это нормально. Но если бы вы также со мной общались, когда мне бы требовалась какая-то помощь, то это было бы ужасно.
А в чем проблема? А в чем проблема? Проблема во включенности. Проблема в исключенности, в том, что ты, когда общаешься с другим человеком, есть такая замечательная фраза у психологов, она известна, такая фраза, что люди делятся на две группы людей. Одни, входя в комнату, говорят: «Здравствуйте, это я», а другие, входя в комнату, говорят: «Здравствуйте, это вы». Угу. Вот, собственно, вся разница стоит в этом. Один человек хочет спросить то, что он должен спросить, еще при этом показать, что он умный, что он лучше разбирает ситуацию, чем... А другой человек включает: это «Здравствуйте, это я». Мы так общаемся с детьми. Подавляющее большинство родителей общаются с детьми по схеме: «Здравствуй, ребенок, это я, сейчас я расскажу тебе, как жить». Угу. Это одна история. Другая история, когда вы входите в комнату со словами: «Здравствуйте, это вы, что у вас болит, какие у вас проблемы, давайте подумаем, я не буду умничать, я сейчас пишу книжку про это, про то, как оказывать первую психологическую помощь». Вот мы все оказываем друг другу первую психологическую помощь, все. Да. Медицинскую, кстати говоря, не все. Вот нас там учат в школе, что делать, когда человек утонул, например, как его, или как перевязывать раны. Я никогда в жизни не перевязал ни одной раны. Вот я прожил 61 год, скоро будет. Я ни одной раны никогда не перевел. А психологическую помощь мы все друг другу оказываем, но никто этому не учит. Вот самое главное при этом — дать возможность человеку высказаться. Поэтому у меня еще есть второй совет по поводу психологов, к которым обращаются люди, что если вы идете к человеку, который говорит: «Моя консультация длится полчаса», не идите к нему. Угу. Потому что полчаса – это время, которое, как правило, недостаточно другому человеку, чтобы просто высказать свои проблемы. Просто высказать. Человек к вам приходит, первое, что надо сделать – это выслушать его. Это первое и самое главное. И дальше попробовать понять, как можно изменить его мир, исходя из его позиции, а не своих. Угу. Поэтому не работает история, вот я, например. Вот ребенок к вам приходит и говорит: «Мне скучно в школе». Значит, подавляющий представитель говорит: «Ничего, я проскучала, и ты, ничего страшного». Это «Здравствуйте, это я, сейчас я расскажу вам, как жить». Есть другая позиция: «Давай подумай, вот садись, ребенок, будем думать, что делать». Угу. Школу оканчивать надо, думать, что делать. Это другая позиция, так очень редко кто поступает. Или, например, жена достала мужа разговорами о том, что у нее там плохие отношения с коллегами по работе. И муж говорит: «Ты достала меня, невозможно уже, я не хочу больше это слушать». Это «Здравствуйте, я». «Здравствуйте, это вы, давай сядем, подумаем, что делать». Подумаем с твоих позиций, что ты, подумаем, как ты можешь эту ситуацию изменить. То есть как раз-таки верный такой подход – это уводить ракурс со своей точки зрения и переводить ее как раз на собеседника. Это единственный подход. Не то, что самый верный, а это никакого другого подхода нет. В остальном, во всех остальных случаях вы будете заниматься не тем, чтобы помогать другому человеку, а тем, чтобы на его фоне проявлять... Вы будете использованы как такой тренажер для самолюбия. Да. Вот просто вот вы используете человека как тренажер для самолюбия. Ему плохо. Человек пришел к вам в трудном психологическом состоянии, ему плохо, а вам хорошо. Вот есть две позиции. Или я тебе помогу, чтобы тебе тоже было хорошо. Или, ну, мне же хорошо, сейчас я начну вот эту свою хорошесть на тебе всячески отрабатывать. Да. А вот в этом смысле, что человек не должен только же слышать, он должен и услышать, что тебе сказали, и как-то это понять, но не все могут правильно услышать. Кто-то воспринимает слишком узко это. Нету никаких рецептов, как заставить людей слушать. Таких рецептов нет. Вы правы абсолютно. Некоторые хотят, но не хотят. Но ваша задача — сделать максимум. Максимум, а дальше уже, в конце концов, когда передается какой-то сигнал, вот сейчас мы с вами работаем, да, есть приемник, есть передатчик. И то это важно. Передатчик может быть, вы как передатчик можете передать потрясающую важную информацию, а приемник закрыт. Да. Ну, закрыт. Это существующая проблема, она есть, но это как бы не ваша проблема. Вы должны постараться сделать все, чтобы человек вас услышал. Угу. Есть несколько вещей, которые необходимо делать. Иногда это не срабатывает, значит, не срабатывает. Угу. А если вернуться к разговору с самим собой, вы в своих книгах часто приводите это в пример, говорите, что это полезно и важно вообще говорить с самим собой. А с чего стоит начать? Потому что многие люди сразу думают, что это сумасшествие, если человек говорит с самим собой.
Ну, во-первых, тут два момента по поводу сумасшествия. Есть такой, был такой великий русский психолог Леонид Гримак, советский, который изучал психологию космонавтов, он доктор наук, академик замечательный. У него даже есть книга «Искусство разговора с самим собой». Это первое. Второе, почему это первое, почему это не сумасшествие. Второе, почему это не сумасшествие, потому что, если вы заметили, у кого есть дети, маленькие дети обязательно говорят сами собой. Обязательно. Да. Они говорят с игрушками, само собой, но они говорят сами собой. Все, что делают дети, естественно. Угу. Дети, еще нет у детей социальных масок. Вот если они что-то делают, это естественно. Угу. Поэтому, на самом деле, с детей надо брать пример. Во многом, в частности, в том, как говорить самим собой. Это первое. Точнее, это второе. Третье. Человек думает со скоростью в несколько раз превышающей то, как он говорит. Поэтому, когда нам кажется, что мы о чем-то думаем, на самом деле у нас в голове происходит хаос. У нас происходит такое просто куча всяких разных мыслей. И мы ничего не можем ни в чем разобраться. Поэтому эти мысли надо организовать. Вот эта организация мыслей, разговор с самим собой вслух, это и есть организация мыслей. Начать надо с чего хотите. Ну, для того, чтобы, во-первых, чисто технически надо начать с того, чтобы уединиться, потому что не все люди примут ваш разговор с самим собой, не примут не все люди. Надо начать с того, чтобы уединиться, и это первое. И вторая такая очень важная вещь – поговорить с самим собой о том, что вас волнует. Третья важнейшая вещь – врать самому себе непродуктивно. Не то, что это неправильно, там, это просто не просто бессмысленно. Огромное количество людей мечтает, ну, когда говорит сами собой, начинает самим себе врать, это абсолютно непродуктивная вещь. А в этом ключе как не уйти тогда в категоричность какую-то или в самокопание, которое, ну, наверное, ни к чему хорошему-то не приводит? Перспектива должна быть. Разговор с самим собой, чем отличает самокопание от самоанализа? А самокопание – это я такой идиот, сейчас я себе докажу, что я вот идиот совсем. Самоанализ – это что такое во мне есть, что поможет мне дальше двигаться куда-то. Самоанализ – это поиск тех своих черт и тех своих качеств, которые помогут дальше куда-то двигаться. Угу. Вот и все. Любая ситуация имеет выход. Любая ситуация, я уже об этом говорил многократно, что самое главное – задавать себе вопрос не за что, а зачем. Если вы задаете себе вопрос «зачем», то вы двигаетесь туда, куда вам надо. Угу. И вы понимаете, что эта ситуация, да, она для чего? Для чего-то. И в том, для чего, вот эта ситуация с коронавирусом сейчас, да. Она человечеству, вот очень все, очень сейчас очень любят все рассуждать о том, зачем это миру. И спорят там, изменится мир, не изменится, мы станем лучше. Мы же... Ради Бога, это бессмысленный разговор, они ни к чему не приведут. А осмысленный разговор, зачем эта ситуация мне? Вот что, как я могу, сколько еще там, месяц, два, сколько еще осталось, как я могу это использовать, кроме того, что я уберу старые вещи, разберу там старые книги и что-нибудь еще. Вот я как-то могу, одному человеку достаточно того, и это замечательно, что он там будет учить английский язык, например. А другой человек будет писать книгу. Третий человек потратит это время на общение с близкими людьми и на познание. Зачем мне это все дано? И это все, эти все ответы на эти вопросы, можно выяснить, разговаривая с самим собой. Андрей Маркович, как вы считаете, вот в такой самоизоляции, даже если человек и в семье, или сам находится, как долго он может оставаться, полностью исключив вот привычную нашу жизнь и привычное общение? Я хочу вам сказать, что были декабристы, которые сидели в одиночной камере 20 лет. Угу. 20 лет в одиночной камере. Почитайте писателя Дюма, сколько граф Монте-Кристо сидел. Да. Огромное количество людей сейчас сидят в тюрьмах. И в тюрьмах не в лагерях, где какие-то, а в тюрьмах. Огромное количество людей сидят в одиночных камерах. Огромное количество людей до коронавируса, миллионы людей болели. И они это делали очень долго. Проблема, мне кажется, не в том, что мы сидим долго, а в том, что весь мир в такой ситуации. Но в принципе, в самом факте того, что люди сидят подолгу, долгое время в самоизоляции, нет ничего сверхъестественного. Очень большое, очень много народу проходило через это. Uh-huh. И многие люди, которые сейчас проходят через это, они уже через это проходили. Только это так не называлось. Многие люди лежали в больницах. Мне вот Бог миловал пока, я никогда в больнице не лежал. Uh-huh. Но многие люди лежали в больницах, многие люди как-то там, может, не лежали, были дома, но болели.
Некоторые болели подолгу, люди ломали ноги. И это полтора месяца человек... Мы это ходим по квартире. Когда человек ломает ногу, он лежит в постели и не может двинуться сколько? Полтора месяца иногда. Ну, это длительный срок. Сколько срастается нога. Мы не попали, каждый из нас не попал в какую-то ситуацию невероятную. Просто невероятность того, что весь мир такой. А так ничего такого нет. И два месяца можешь идти, три месяца можешь сидеть. В этом нет ничего такого. Ну, для лично, для каждого человека. Я сейчас не говорю именно про физические вещи, не про зарплаты и так далее. А вообще для работников, если вот не болезнь, не опасность заболеть и не страх этого, то для работников государственных учреждений нашей страны сбылась мечта русского человека, про то, что написано миллионы сказок. Ты сидишь дома, ничего не делаешь, и тебе платят деньги. Это, в принципе, то, о чем мечта, все сказки, огромное количество сказок, по чучьему велению и так далее, чтобы ничего не делать, а деньги были. Вот что такое карантин. Я повторяю, это работает для работников государственных учреждений, потому что с бизнесом там все гораздо сложнее, гораздо трагичнее. Но вот у нас же много работников государственных учреждений. Это мечта просто. Страшно, что заболеешь, а так мечта. Ну да. А так как вот сейчас многие... Ну, сидят дома, кто-то ушел в самообучение, в самообразование, и соцсети пестрят просто и фотографиями, и видео знакомых и друзей, которые уже и выучили язык, и подтянули фигуру. А некоторые люди, наоборот, себя мучают тем, что они занимаются прокрастинацией, и им очень тяжело как-то вот заставить себя что-то делать. И вопрос такой, а нужно ли заставлять, если или можно лежать пока и просто ждать? С моей точки зрения, главным движителем человеческой жизни является желание. И жить всегда надо так, чтобы выполнять свои желания. Желание – это не прихоть. Прихоть – это неплохо бы, это не желание. А желание – это если это не осуществится, моя жизнь будет ужасной. Вот надо стараться жить, осуществлять свои желания. Не хочешь такое – не ходи никуда. Не хочешь, хочешь тебе лежать целый день – лежи. Это же надоест, в конце концов, все равно. Ну да. Я пишу книжку, там я пишу определенное количество объема этой книжки каждый день. Я могу этого не делать, меня никто не заставляет. Но если я этого не делаю, у меня какое-то ощущение бессмысленности и глупости. Я тогда сажусь и делаю, потому что мне хочется. Вообще, вот я говорил уже, по-моему, но не вам, кому-то я говорил, что есть такой тренинг очень хороший, который я советую всем людям. Это очень простой тренинг. Ты берешь листочек бумажки, делишь его на две части. И начиная с того момента, как ты встал, вот встал с кровати, потом почистил зуб, потом пошел, я не знаю, там, завтракать. Описывать все, что происходит с тобой в течение дня. Каждое твое действие. Лег в постель. Все это описывать. И так делать дня 2-3, чтобы к этому привыкнуть и уже перед собой не выпендриваться. А потом взять эту... если то, что ты делаешь, тебе нравится, ставить плюсик. Если не нравится, ставить минусик. А потом посмотреть на свою жизнь и понять, ты живешь хорошую жизнь или плохую, у тебя в жизни больше плюсов или минусов. Если мы говорим про жизнь обычную, не как у нас сейчас, а обычную жизнь, когда люди ходят на работу, то всегда больше минусов. Всегда люди делают больше того, чего надо, а не хочется. А дальше ты должен подумать, а какие минусы можно превратить в плюсы. Например, почему тебе не нравится твой завтрак? Ты не можешь научиться вкусно завтракать. Тебе не нравится чистить зубы. Ты не можешь купить вкусную пасту. И так далее. Тебе не нравится твоя работа, а ты уверен, что ты не можешь ее поменять? Думал об этом? Может быть, ее можно поменять? И так далее. Тебе не нравится разговаривать с близким человеком? Зачем ты с ним живешь? То есть проанализировать свою жизнь с точки зрения желаний, с точки зрения того, что ты хочешь, с точки зрения того, что ты хочешь, а вот не хочешь. Это очень важный момент, потому что когда человек живет из чувства долга, если в основном он делает что-то, потому что он должен, это всегда приводит к фрустрации и нервным расстройствам. Всегда. Какое-то время человек выдерживает, но если он не находит что-то очень сильное, что ему хочется, что-то очень мощное и сильное, если он этого не находит, то тогда все. Тогда начинаются фрустрации, нервные расстройства и так далее. Это очень серьезная, серьезная вещь. И это абсолютно относится к той ситуации, в которой находимся мы сейчас. Сейчас наоборот, поскольку психике трудно,
трудно. Сейчас еще, слава Богу, тоже удивительное дело. Это какой-то Божий промысел. Я не знаю, почему так происходит. Очень плохая погода везде. Да. У нас плохая погода. В Израиле, где живет множество моих друзей, вчера я разговаривал с своей подругой из Израиля, не теплеет никак. В Америке жуткий снег и дожди. И как-то это спокойнее для психики, потому что я смотрю сегодня, когда вдруг начинает идти снег у нас в Москве, я думаю, какое счастье, что никуда не надо выходить, потому что в такую погоду ужасно выходить. Да. А дальше может быть лучше, мы же не знаем, сколько мы просидим. Может быть лучше погода, может все такое происходить. Вот. И тогда как-то надо особенно психику свою беречь. А как беречь свою психику? Первое, что надо делать, когда ты бережешь свою психику, это стараться жить и так, как тебе хочется, и делать то, что тебе хочется. И об этом вы пишете в своих книгах, что нужно все-таки создавать позитивную реальность, да, и мне кажется, такой дневник, если провести, он будет полезен, чтобы действительно оценить реально собственную жизнь и убрать то, что ей мешает. Понять, почему ты так много в своей, если это так, почему так много в твоей жизни ты делаешь то, что тебе не хочется. Понять, надо понять, да. А если поговорить вот еще, например, об интернет-общении. Сейчас мы все равно все общаемся в большинстве своем онлайн, но интернет-общение, оно вот отучает как-то внимательно слушать собеседника, сопереживать ему, и такая коммуникация сокращенная становится. Как все-таки... Мы говорим с вами про вот такое общение, как у нас с вами, или мы говорим про социальные сети? Именно про социальные сети. Это не общение. Если мы говорим с вами про социальные сети, это не общение. Потому что, когда я общаюсь с Машей Ивановой, которая на самом деле Петя Сидоров, да. Это не общение. В общении есть огромное количество невербальных вещей, то есть жесты, взгляды. Если передо мной сидите вы, милая, симпатичная девушка с умным лицом, это одна история. Я с вами по одному разговариваю. Uh-huh. Если передо мной сейчас сидел человек, спившийся какой-то ужасный дядька, я бы с ним разговаривал по-другому. В социальных сетях ничего этого нет. Ну, стираются границы. Нет, это просто не общение, другая форма. Это не общение. Это общение в социальных сетях. Это не общение. Общение в социальных сетях и общение, когда ты видишь другого человека, принципиально отличается друг от друга. Это тоже некоторый вид общения, потому что это общение. Но оно принципиально отличается от общения, когда мы видим своего собеседника. Ну вот это общение, оно же для молодежи более актуально. Вот его как-то можно использовать в пользу, а не в отрицание. Я не думаю, что оно для молодежи более актуально, потому что, насколько я заметил, все-таки, когда... Сейчас, да. Но когда нормальная ситуация, я не так часто вижу компании пожилых дядек моего возраста, а компании молодых людей я вижу все время. Мне все-таки кажется, что молодые люди общаются офлайн, и нормально это все происходит. Вот. А что касается нынешнего общения, то все, что мы можем получить от такого общения, это информация и все, которая либо поможет нам, либо не поможет. Которая может нам интересна, неинтересна, поможет, не поможет. И мы с вами говорили про то, что надо отсекать ненужную информацию. Но кроме всего прочего, я уже говорил, что нынешнее время – это прекрасное время для тех людей, которые не любят свое, которые одиноки, которые проводят свое время в одиночестве, но хотят его разрушить. Вот сейчас идеальное для этого время. Потому что я даже не говорю просто про сайты знакомств, которых там полно, это непонятно кто. Но, в принципе, сейчас есть и время, и возможности для того, чтобы найти себе какого-то интернет-друга или подруга, который потом станет абсолютно реально твоим товарищем. Сейчас для этого очень удобное время, очень хорошее. Ну вот люди одинокие, которые как раз-таки пытаются познакомиться, найти кого-то, они все равно выбирают какую-то для себя схему, может быть, общения или тактику. Но есть люди сами по себе малообщительные, да, или, например, не журналисты, которые не понимают, что такой вопрос, способ общения как интервью может быть тоже полезным достаточно. Вот в чем его особенности со стороны пользы? Потому что для журналиста может быть, не всегда понятно это. Значит, есть малообщительные люди. Нет малообщительных людей. Есть люди, которые не хотят общаться, люди, которые хотят общаться. Угу. Если человек хочет общаться, он находит формы, как это делать. Если он не хочет общаться, он называет себя малообщительным. Если человек, малообщительный человек, ужасно устал от своего одиночества, он его обязательно порушит. И то, что мне задают, вопрос, который мне задаете, как бы я должен сказать, ребята, есть некоторая схема,
по которой вы можете общаться. Такая схема есть. Но если человек хочет с кем-то общаться, он не должен думать про схему. Он должен думать про то, что стеснительность – это высшее проявление высокомерия. Угу. Например, понимать это. Потому что стеснительный человек – это самый высокомерный человек. Это что значит? Это значит, что я нахожусь в компании людей каких-то, и я хочу пообщаться с этим человеком, но стесняюсь. Что это значит? Это значит, что то, что он меня выгонит, то, что он мне скажет какие-то гадости, для меня важнее, чем то, что, возможно, он невероятно одинок. Может быть, ему плохо. Но я про это не думаю. Я думаю про то, как он отреагирует на то, когда я к нему подойду. Вот это надо очень хорошо понимать. Если вы хотите общаться с людьми, у вас другой человек, и его возможные необходимости общения с вами должны быть важнее, чем ваша собственная стеснительность. Вот это такой момент важный. И дальше вы просто идете по-человечески, разговариваете с человеком, так как по-человечески, просто очень просто. Ну, вы подходите, вот дальше начинаются какие есть схемы, какие есть проблемы. С чего начать? Вот я хочу в интернете, не в интернете, познакомиться с человеком. С чего начать? Какой задать первый вопрос? Да. Как правило, люди говорят, ну, надо о чем-то про погоду поговорить или что-то такое. То есть люди говорят, надо врать. Вы зачем человеком общаетесь? Чтобы с ним, возможно, подружиться. Вот так и с этого и надо начинать. Надо всегда начинать с того, что для вас является самым главным. Это не есть гарантия того, что вас не пошлют. И в офлайн, и где угодно вас могут послать. Но могут не послать. Не послали, продолжаем общение. Послали, отлично, значит, пойдем к другому человеку. Никогда, если можно... Вот сказать, что никогда не надо врать, нельзя, потому что невозможно никогда не врать. Но если есть возможность не врать, лучше не врать. Лучше всегда разговаривать с человеком, лучше говорить о том, что вот о чем ты хочешь. Я один раз в жизни приставал к девушке в транспорте, один раз в жизни. Я был тогда одинок, и была потрясающе красивая девушка в метро. Я думал, о чем с ней мне поговорить. Я решил, что я не буду врать, я к ней подошел, сказал: «Здравствуйте, девушка, можно я к вам пристану?» Потому что это был тот вопрос, который, как мне кажется, она так на меня посмотрела, я еще не был никаким телеведущим, никаким. Она сказала, ну, давайте поговорим. И мы начали с ней разговаривать, потом мы с ней, оказалось, что мы с ней вышли на одной и той же станции метро. Я проводил ее до подъезда и сказал, а можно еще встретиться? Она говорит, зачем? Так все красиво, вот давайте это все. И все на этом закончилось. Ну, какая красивая история. Больше никогда в жизни, я никогда в транспорте, как говорила героиня одного фильма, я никогда не знакомился. Но мне кажется, что вот если это делать в транспорте, надо начинать с того, что вам хочется сказать. Не с вранья, когда вам хочется сказать девушке, я хочу с вами познакомиться. А вы говорите, например, что сегодня хорошая погода. Вот это все не работает. Угу. Вот и все. А дальше как идет? Дальше идет на каких-то человеческих... Либо идет, либо не идет на каких-то человеческих вещах. А если мы, например, человека уже расположили к себе в общении, как, например, ему выразить уважение? Оно само выражается. Понимаете, если уважение есть, то человек его чувствует. Uh-huh. Если уважения нет, а вы хотите его проявить, то это странное какое-то желание. Зачем проявлять уважение к человеку, который... Ну, он это все почувствует. Есть вот книжка «Общение в поисках общего» про то, как получать информацию в повседневной жизни. Как получать информацию от человека в повседневной жизни. Это одна история. Она... мне кажется, важно и так далее. История про то, как с человеком знакомиться и как уничтожать одиночество, это другая история. Она не работает на схемах. Она не работает на каких-то законах. Вот я сейчас вам дам закон какой-то, и потом использую этот закон, и так не работает. Она работает только на каких-то естественных человеческих вещах. А также вот в книге своей «Общение в поисках общего» вы говорите о том, что есть такое правило «одной минуты». Оно помогает понять, ну, что-то скажет собеседник или нет, как-то оценить ситуацию. Нет. Правило одной минуты — это правило такое. Когда я иду к человеку, от которого мне нужна конкретная информация, например, я иду к девушке объясняться ей в любви, я иду к начальнику выяснять, повысили мне зарплату и так далее, нужно в течение минуты проверить свою физическую
То есть, насколько физика, насколько вы... Человек, который хочет писать, не может взять интервью. Потому что он будет думать совсем о другом. Вот в свою физическую форму, свою психологическую форму и свою умственную форму. То есть, готов ли я психологически и зачем я иду к этому человеку? Умственная форма – это я должен понять, какой я хочу получить ответ на вопрос. И дальше вот это обязательно надо сделать, надо как бы собрать себя. Но мы естественно, говорим перед серьезными вещами. Я, например, перед каждым эфиром наблюдателя, я уже знаю этого редактора Женю Ушакову, что я перед каждым эфиром иду в туалет не по зову организма, а потому что это единственное место у меня на работе, где я могу уединиться. И там я так шепчу себе вот все, что я должен вот в этом эфире делать, и проверяю все. Вот это как бы проверка своей готовности беседовать с человеком. У меня еще такой вопрос. Если вот разговор происходит, например, с близким человеком на серьезную тему, вот как подготовить человеку свои мысли и эмоции, чтобы преподать информацию всю правильно и не пережать, не перенервничать? Понимаете, в чем дело? Вот есть огромное количество людей, которые занимаются тем, что они обычные человеческие отношения регламентируют какие-то правила. Как-то люди, вот психология возникла как наука в конце 19 века. Как-то до этого люди общались без этих правил, и все вроде было хорошо. Если речь идет об общении с близким человеком, то такого рода проблем не существует. А если существует, значит, человек не близкий. Никаких таких специальных законов. Я вот, например, вот написал книжку про то, как получать информацию от других людей. А потом разные издательства, в том числе глубоко мой любимый издательство «Питер», предлагало мне написать книжку про любовь. А я вот этого не сделал. Потому что это глубоко индивидуальная такая история, и законов каких-то любовных, на самом деле, мне кажется, нет. Законы того, как завоевать женщину, есть, но они такие тоже больше смешные, чем законы. То, о чем вы спрашиваете, это вопрос взаимоотношений с близким человеком. Если они хорошие, то проблем не возникает. Если они плохие, то возникает. Ну, многие отмечают, что для семей, которые столкнулись с карантином с негативной точки зрения, для них страшен не сам вирус, а самоизоляция со всей семьей наедине. И если для человека страшна самоизоляция со всей семьей, то он должен расходиться и благодарить самоизоляцию за то, чтобы в конце концов стало понятно. Если семья нормальная, если люди друг друга любят, уважают и так далее, то особых проблем не возникает. Если они возникают, значит, такая была семья. Мне очень много людей говорят о том, что они лучше узнали там жену, или там, да. Вчера написала моя женщина, которую я учил в журналистике, она уже такой известный журналист, что вот она очень стала активно общаться со своим сыном и поняла, как он... Это как бы одна история. Если вы поняли в процессе общения, что вам человек не интересен и вам не надо с ним общаться, значит, надо с ним общаться. Ну, значит, все, у нас все кончилось. А если у людей ранее были проблемные общения? Вот на самоизоляции общение близкое, например, разбор каких-то проблемных вопросов, он поможет им... Ну, может быть, сохранить эти отношения, дать им второе дыхание какое-то, или работать... Вот когда ко мне... У меня было несколько случаев, не один, а несколько, когда ко мне приходили люди с проблемой разводиться, не разводиться, и я говорил, разводиться. Они, как правило, люди приходят, человек, который занимается психологией, с такой проблемой, чтобы их уговорили остаться вместе. А очень часто не надо этого делать. Очень часто это... Причем не надо этого делать, даже когда есть ребенок. Или даже когда есть несколько детей. Иногда вот эти такие отношения между мужчиной и женщиной, они убивают и мужчину, и женщину. И если такая ситуация есть, надо разводиться. Я не считаю, что необходимо... Ну, я разводился много раз. Я, может, поэтому... Но я не считаю, что надо держаться на свою семью обязательно. Мне не кажется, что это так. Мне кажется, что нет такой задачи сохранить семью. Такой задачи, мне кажется, нет. Есть задача счастливо жить. Есть задача, если есть дети, чтобы дети не ощущали в случае развода родителей, чтобы этот развод для детей прошел максимально легко. Такая задача есть. А задача всеми силами сохранять семью, какая бы она ни была ужасная, такой задачи, мне кажется, не стоит. А если возникает обида, то как, от нее никуда не уйти сейчас в изоляции? Как вот решить эту проблему?
Валентин Берестов, такой был замечательный поэт, у него есть удивительные две строчки. «Гляжу свысока на обиду, теряю обиду из виду». Мне кажется, что это очень, очень хороший... Мне кажется, что можно... Я вообще не очень понимаю... Дело в том, что я не обижаюсь практически никогда ни на кого. И это установка. И то, что вот мне иногда бывает, что люди мне говорят какие-то вещи, или что-то мне бывает обидно, но у меня такая установка. Я ни на кого никогда не обижаюсь. А мне кажется, что если мы говорим про психически нормальных людей, адекватных, то есть люди, которые могут сами с собой договориться, человек может сказать себе: все, в моей жизни обиды нет. Вот нету такого слова, нет такой буквы в этом слове. Такого слова нет. Я никогда не обижаюсь. Я не считаю, что надо всегда обижаться. Вообще такая странная история, потому что если человек сделал тебе гадость, такую сознательную гадость, то это же мы не про обиду говорим, а про то, что человек раскрылся с такой стороны, что с ним невозможно общаться. Да. Если человек случайно что-то сделал, ну что на него обижаться? Ну, достаточно бессмысленная история. Я, как правило, я не могу являться примером, и это не значит, что надо делать так, как и делаю я, но если говорить про мой опыт, я ухожу, я не обижаюсь, я ухожу. Я могу просто даже от близкого человека в какой-то момент уйти, поняв, что ну, невозможно больше. Вот просто это. А, например, по вашему опыту, между близкими людьми есть ли какие-то табуированные темы, о которых не надо говорить? Я еще раз повторяю, что опыт каждого человека – это его личный опыт, и он не может быть опытом для всех. Но исходя не из моего опыта, а из моего понимания жизни, я могу сказать, что если в общении между людьми есть табуированные темы, значит, они не близкие люди. Uh-huh. Близкие люди могут обсуждать все. Uh-huh. Ну, в ситуации, когда не выйти на карантине, что лучше, если накопилось что-то, это высказать или пока промолчать, успокоиться и отложить это на потом? Да ничего не лучше. Одним лучше высказать, другим лучше не высказать. Такого нет. А потом вопрос же не в том, что если накопилось, что этим делать. А что накопилось? Почему оно накопилось? Ну, например... Вообще, я сторонник того, чтобы все обсуждать. Например, что? Ну, например, стресс накапливается у людей, потому что его раньше можно было пойти в спортзал, выплеснуть этот стресс. Человек выходил на улицу, на работу ходил, где-то с коллегами, это все равно стрессовые ситуации снижались. А в момент такого карантина ты сидишь дома... Это большой вопрос, когда человек... Ну, спортзал можно сделать дома, что касается людей, которые привыкли заниматься спортом, это можно делать и дома, не без тренажеров, но можно, это технический вопрос, все можно решать. А все, что касается всего остального, выход на работу и так далее, очень часто это порождало стресс, а не уничтожало. Но все равно была социальная коммуникация, а тут социальный контакт значительно сократился. Знаете, вот я вам говорю, что как только появляются умные слова, я сразу делаю стойку и думаю, что тут не так. Социальная коммуникация, это что такое? Это значит, что мы общались с людьми, с которыми живем в одном социуме, пожалуйста, общайтесь, включайте скайп, зум, разговаривайте с кем угодно. Это никому не запрещено. Эти социальные коммуникации чрезвычайно мешали иногда людям. Иногда мешали очень сильно. Я хочу напомнить, что Александр Сергеевич Пушкин, которого сейчас бесконечно вспоминают, потому что он превратил эпидемию холеры в Болдинскую осень, сидел там 3 месяца. 3 месяца. И у него не было интернета, и у него не было телевизора, и у него ничего не было. А он 3 месяца сидел и пытался, а работал так, что это создавал произведение, которое сделало его просто героем мировой литературы. А есть ли какие-то книги, которые можно рекомендовать людям почитать, чтобы узнать о самопомощи, как помочь близкому человеку? Вы знаете, книги, о которых вы сейчас говорите, это книги, как, конечно же, психологические. Но понятно, что я не буду рекомендовать свои. Хотя, вот хотя почему, наверное, я буду рекомендовать, почему мне не воспользоваться эфиром? Все книги про психофилософию, а их 4. Да. Они все про то, как помогать людям и как помогать себе в трудной ситуации. Это все книги про это. Дальше вопрос идет, они написаны, поскольку я считаю, что психофилософ может быть любой человек, то они написаны так, чтобы их было возможно нормально читать.
Дальше идет вопрос в том, человек читал книги психологии или нет, ему интересны эти книги или не интересны. Вот если они ему интересны, то есть замечательные психологи Фромм, Берн, Хорни, Франкл, которые писали более-менее понятно. Если такие возникают проблемы, я очень советую такого автора по имени и фамилии Ролла Мэй. Ролла Мэй, да. Это замечательный такой человек. Да, его книжки выходят у нас тиражами, внимание, 100-200 экземпляров. Не 100 тысяч, а 100 экземпляров. Вот, но тем не менее они продаются в магазинах. Я категорически не советую даже пытаться читать Фрейда, потому что мама Фрейда была уверена, что ее сын станет Нобелевским лауреатом, и поэтому Фрейд изначально писал так, чтобы было понятно, что он умный, поэтому читать его невозможно. Он о достаточно простых вещах пишет очень заумным языком. Юнг, которого называют его учеником, хотя он никогда не был учеником Фрейда, писал намного проще. Карен Хорни, которая поругалась с Фрейдом, вот у вас, по-моему, выходила невротический человек, она писала просто совсем просто. Фромм, Берн, они писали очень легко. Брать тех психологов, которые, вот раскрыть книжку, или там, если вы скачиваете книжку, то зайти туда, где вы ее скачиваете, посмотреть там 1,5 страницы. Ложиться можно воспринимать или нет? Если это очень тяжело, почитать не надо. А из, например, литературы, которая бы сказала, что для нас сейчас самоизоляция не самое страшное. Например, как вы в пример привели Дюма. То есть, чтобы человек все-таки понял, что он не находится в критичной такой ситуации. Понимаете, в чем дело? Вся проблема в том, что мы так не устроены. Вот сейчас, мне кажется, показывают потрясающий фильм, который мне очень нравится, «Зулейха открывает глаза». Вот это фильм про людей, которые выносили немыслимо тяжелые... Вот немыслимо. Вот люди, которые зимой в тайге без еды и жилья. Прожили зиму. Немыслимо тяжелое, гораздо тяжелее, чем... И что люди пишут? Зачем нам это все показывают, наше трудное время? Хотя фильм, мне кажется, совершенно выдающийся. Это не работает, история. Я всегда говорю про то, что если у тебя болит голова, а ты входишь в комнату, где лежит раковый больной. Не сравнить твои проблемы и его. У тебя болит голова, а он умрет от раковой болезни. Но у тебя голова все равно болит. Никуда не деться. Несмотря на то, что рядом умирает человек. Вот это люди так устроены. У нас вот эти примеры не вдохновляют. Ну, как бы мы, ну, хорошо. Пушкин сидел 3 месяца без интернета, телевизора, радио и так далее. А я не хочу сидеть. Мне кажется, что надо читать те книжки, это время чтения тех книжек, которые хочется читать. Все психологи говорят, вот вас, наконец-то вы можете прочитать Достоевского, вы можете прочитать «Войну и мир», можно прочитать. Хочется тебе читать «Войну и мир»? Читай. Не хочется – не читай. Надо очень ласкать свою психику, надо очень ласкать свое мировосприятие, делать свое мировосприятие максимально, ну, я не хочу сказать хорошим, но максимально таким позитивным. И еще у меня такой последний вопрос. Как вот все-таки на фоне такой повсеместной паники и страха о вирусе сохранять самообладание и не теряться в информационном потоке? Нужно постараться проделать такую простую вещь. Нужно разрешить себе читать только ту информацию, которая к тебе относится непосредственно. Например, в Москве вводятся пропуска на передвижение. Да. Это к тебе относится непосредственно. Путин сказал, что до 30 апреля ТРПР. Московская мэрия, но это относится непосредственно. И категорически не читать информацию, которая к тебе не относится. Например, китайские ученые доказали, что коронавирус произошел так-то, а канадские доказали, что произошел это. Один врач сказал, эта пандемия закончится в июне. Другой врач сказал, нет, она закончится в августе. Вот это все не имеет никакого отношения, потому что ты никак не можешь на это повлиять. Значит, ну так, просто не читать это все. Количество умерших, вот это все... Вся информация, на которую вы не можете повлиять и которая на вас непосредственно не влияет, должна быть отторгнута.
Это нам очень трудно сделать, потому что в Питере у меня был случай, в Питере как раз. Угу. Я там зачем-то приехал, наверное, презентовать книжки издательства Питера. Я, так думаю. Я сидел, давал интервью девушке одной. И девушка, когда интервью закончилось, она отложила диктофон и стала говорить, что у нее проблемы с мужем. И стала рассказывать, какие проблемы. Я говорю, послушайте, а вы можете сесть с мужем и сказать, там, Петя, вот у нас такая проблема, давай отсюда. Он говорит, нет, у нас так не принято, мы так не делаем. Я говорю, окей, а вы с мужем проблемы на Украине обсуждаете? Он говорит, каждый день. Мы все время говорим про проблемы на Украине. Я говорю, вот если вы перестанете говорить про проблемы на Украине, останете говорить про проблемы в своей жизни, то у вас может жизнь измениться. Мы привыкли говорить про вот эти все высокие, про эти все ток-шоу, в которых я тоже иногда участвую, они заставляют людей говорить о том, на что люди никак не могут повлиять. И мы к этому привыкли. Сейчас, когда случилась эпидемия, эта наша привычка не, чрезвычайно болезненна и даже во многом опасна. Поэтому надо постараться про вот это, про все, еще раз, про что, про все, про что, на что мы не можем повлиять. Угу. Стараться это отсеивать. А то, на что мы можем повлиять, да, на это смотреть, чтобы не попасть в просак, чтобы получать пропуска. Андрей Маркович, спасибо большое вам за диалог. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. До свидания.